уже давно немає зв'язку. В городе ситуация ужаснейшая. Мы 56 дней были просто в котле, в самом натуральном. Город наш был красивый, инфраструктура была развита очень хорошо за 8 лет. Сейчас это руины. С первого путь был очень тяжелый. Мы добирались в общей сложности 29 часов. Вот мы приехали, это 29 часов. Мы были в дороге. А дорога от Мариуполя до Запорожья машиной 3 часа, автобусом 5. Мы услышали по радио, мы просто побоялись оставаться, потому что от авиабомб они могли растращить бомбоубежку, потому что от обыкновенных этих мин или бомбы они скидывали, бомбоубежку трясло не по-детски. Вся бомбоубежка замолкала, все сидели, штукатурка сыпалась, и мы взяли самое необходимое, и ушли. Да, я только взял, осталось на телефоне.